Так вот мы ритуально зажгли нашу волшебную свечку в новом доме. Да. В нашем новом доме. И мы картины свои развесили. Сколько ты свечи не делал? Сколько, да? А свечка с этим? Соскучились. Вот с этим растением. Лаванда. С лавандой. Это тут мы своего ловца снов повесили. Самодельный. Из натурального материала. Тут еще картина. Еще картины, там наша игра, обогати себя. Мольберт там целый стоит. Мольберт с этим, с космическим солнцем. С портретом даже. Тут я сижу. Так красивый. Помылся. Такой. Перевелась. Чистенький зашел в дом, в наш новый дом, где мы уже живем, спим, даже кушаем за этим столом. Все с USB и БУ материала. Но мы рады тому, что происходит. После 4 месяцев в палатке жить в 10 квадратах в прочном уже доме на фундаменте, который не колышется ветром. И вот кровать у нас тут двухспальная сверху. Это прям прогресс. Космос. Мы недавно смотрели. Это просто как перейти из однокомнатной в большой трехэтажный дом. Мы недавно лекцию смотрели, где как раз рассказывается период, который мы сейчас проживаем. Это период взросления, когда тебя кидают в дикость, просто вот в дикие места, выживешь, не выживешь. И если ты успешно прошел, то ты подтверждаешь так статус зрелости и уже там дальше реализуешься. Вот мы сейчас, по сути, подтверждаем статус зрелости, находясь в дикости. И задача наша и дом, и землю, все. Пускай все нечистое сгорает. Да. Горит. Лаванда. Чистит пространство. Ты любишь в новом пространстве жить? Помнишь, как мы в Белый дом новый заехали? Большой, двухэтажный. Ну, можно сказать, трехэтажный. Там еще такая ниша была. Ну, как... Ну, стоял на столбах. Огромная ниша. Да, я очень люблю новое пространство. У меня даже, ну, есть, скажем так, ограничение, что для меня важно жить в новых пространствах. И по жизни так и получается, что действительно я живу только в новых пространствах. Даже мое рождение ознаменовалось тем, что родители переехали от своих родителей жить в новое пространство, в новую квартиру, куда я как квартирант впустили. Поэтому рада ли я? Конечно, тем более, что, как ты сегодня сказал, стены наши, ну то есть у нас это не могут забрать. Это наш дом принадлежит. И здесь тишина. Гораздо тише, чем в палатке. А то собаки, кошки, все там хавкают, машины ездят. Практически летающие
огнедышащие драконы шипят. Это воздушные шары. Да. Все со временем начинает мешать. Ну, сейчас здесь переехали, прям тишина. Правда, еще у нас еще крыша неутепленная. Вот балки остались. Надо еще это утеплитель вставить и также в USB закрыть. А стены и пол уже утепленные и закрытые. Остался потолок. Седьмая чакра. Незакрытая. Да. Первую чакру мы сделали. Да, вторую чакру мы сделали. Мне сложно давалось первой чакрой, когда нас постоянно заливало. Там, посмотри, посмотри быстрее. Вот так вот у нас чистка происходит. Так, надо как-то более устойчиво. Надо маленько накапать. Что ты говоришь, крышу не взял, это седьмая чакра? Я перечислять начал чакры. Аж свеча упала. И свеча упала. Ну давай еще раз перечисляй. Смотрите, она как горит. Как из этой, из пушки. Офигеть. Вот это я, да, чистку устроил. Это не свеча, это... Какой-то огнедышащий дракон. А, ну у тебя же сегодня сессия еще очень сильная, мощная была, да? Ты решил все это сжечь? Да, сегодня мы обогатить себя еще проводили. Так, и на какой я чакре остановился? Так, вторую мы сделали. Первую сделали, вторую сделали. Третью. Третья, это что это у нас? А, сделали. Четвертую. Ну, любя пространство тоже сделали. Пятое. Пятое. Мы еще пятое, наверное, и не сделали. Не сказали об этом. А, ну мы сейчас вот говорим. Короче, пятая чакра сейчас происходит. А синяя, кстати, это пятая чакра как раз. Да. Вот она как раз горит. Мы рассказываем о нашем доме, о наших чакрах. Смотрите, как горит. Очень опасно даже. Горит. Так вот мы греемся. Без обогревателя. Давай, шестая, седьмая, что ты про них хотел сказать? Да, шестая чакра. Это у нас... принятие земного, да? Ну, в принципе, мы уже... А, нет. Нам по поводу земли надо решить. Ну, вот это как раз шестую чакру впереди. Да. Шестую и седьмую. Как раз принятие земли. А седьмая? Седьмая — это вот крыша. Соединение со Вселенной, с мирозданием. Со всем, что...